Это называется утренняя разминка или фитнес, как хотите называйте. Вот мы качаем мышцу. Смотрите, какая у меня вот. Дима тоже большая. Большая мышца у них. Ух. Дышится хорошо, воздух идет, напитывает каждую клеточку. Сколько стоит клубная карта на такой фитнес? Ох, вы мне пишите в личку, просто мы договоримся с вами. Наоборот, платят. Здесь есть разные варианты, система очень гибкая. Вот. Арбузы, дыни, ежевика здесь вокруг все растет. Вода чистейшая. Да, чистая вода. В подземелье такая, что пьешь, даже хочется пить снова. Давай так, чтобы ребята тоже были видны. Так вот, да? Что тут еще есть? Ну, кукуруза, она так. Мы вообще сыроеды, мы питаемся преимущественно только фруктами. Ну, там овощи тоже обязательно. Зелень, орехи очень мало. Вот, потому что когда есть фрукты, овощи, зелень, даже не до орехов становится. Вот. Что еще сказать там? Потом, если что, напишу, скажу. Ну, в принципе, сами увидели все здесь. Я еще кучки покажу. Ну вот так вот, кто-то, если за деньги, договаривайтесь с хозяином работать. Кто-то по полтора часа утром, полтора вечером. А арбузы кушаем за это в неограниченном количестве. Что там нашел? Фу, ну вот, напитался воздухом, очень хорошо дышать. Сейчас мы продолжим. Ты собираешь арбузы на орехи? Вот, пишите. Колония арбузов. Очередь выстрелила. Красиво выросла. Вот так вот много. О, большой арбуз. В одном месте. Покажи. А это маленький. Как груша? Как груша. Почти. Есть и более грушевидный. Эти можно рвать? Нет, что я говорю. Ох, там игры от Эрди Чедикай. Здоровенные арбузы. Ай. 15 килограмм.